Барби. Озвучено студией Касамика. Привет, Челси. Ты сегодня выглядишь превосходно. Ты ведь будешь рада поделиться глянцем со своей старшей сестрой? Я так не думаю. У меня остался один флакон. Усовершенствованный глянцеискатель приведет нас к залежам глянца. Жаль. Ничего, кроме какого-то куска чистого золота. Челси, прошу тебя, дай мне немного глянца. Сделай мне предложение, от которого я не откажусь. Мяу. Я предлагаю тебе хорошую лошадку. Остальное получишь, когда дашь мне глянец. Она порочит честь семьи. Заберись вовнутрь и набери у Барби глянец. У нее наверняка припрятаны его запасы. А чем займешься ты, пока я буду рисковать своей жизнью? Я буду рисковать более важным, моим маникюром. Я позвоню и отвлеку их внимание. Прости, Барби, но я нигде не смог найти глянца. Не страшно, Кен, ведь ты же старался. Я оказался никудышным героем. Кен, ты открыл глянцевую скважину. Мы прерываем программу для важного экстренного сообщения. Малибу постиг внезапный пирожный кризис. Производство пирожных катастрофически сократилось и достигло критического уровня. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе развития событий. Ну ё, как оно? Мяу. Я уже там обмяукалась нормально. Стоп. А чем займешься ты, пока я буду рисковать своей жизнью? Проговори это просто. А говорит. Чем займешься ты, пока я буду искать свою жизнь? Опять, да? Да. Челси, пожалуйста. Ай. Прошу тебя. Челси, прошу тебя. Дай мне немного глянца. Ничего, кроме какого-то куска чистого золота. А все, типа, уже написали? Нет, ничего не писали еще. Это была тренировка. Красиво. Теперь слушаем еще раз. Сделай мне предложение, от которого я не откажусь. Предложение? Давай. Сделай мне предложение, от которого я не откажусь. Кен, ты открыл глянцевую скважину! Да, вот так. Производство пирожных катастрофически сократилось. И чё? Их достигло. 3-4.